Тяжело вообще шевелиться здесь. Кошмаром, кошмар, бля, не останавливается, как говорится. Он знает, что говорит? Да, мой, он показывает, меня задеть хочет. Эти, говорит, израильские, здесь я резко на его голову смотрю. А это что? Это, брат, оригинал, там был, это Китай, брат, это... Ты знаешь, как будто их сам Нетаньяху шел, понял? Это, говорит, Китай, а тут оригинал. А это кто? Это Ким Чен Ын Сю, брат. Ким Чен Ын Сю. Ты на ты режима, легенда. Не могу, блядь, подряд. Вот сейчас был контроль, когда я тебя свалил, держал. Блядь, какой может быть контроль? Просто перевел за спину, зашел. Смотри, а. Вот это не контроль? Ну 10 секунд. Машала, это как? Машала, это как сильно. Да, ну, два перевода было. Нет. Полицию звонит. Мы пришли вызвать ему. Ему киргизский КГБ нужен. Ты, брат, снимай, когда он вышел, когда... когда я сверху был, где был ты? Киргизский КГБ, вы знаете? Такой шо, брат, дари. Брат, когда я сверху был, ты... Давай, у тебя время есть еще. Покажи. Сверху оказаться, да? Да. Опа-на! Киргизский КГБ вызывайте. Если устал, стучи. Стучи, если спина. Стучи. Гоняй ты его, Ширвани, гоняй, брат. Ассаламу алейкум, друзья. Тренировки идут. Очень интенсивные. Кому айфоны по хорошим ценам. Смотрите ролик до конца. Тагир предлагает отличные условия. Экран скоро приедет. Баракала. Приятного просмотра. Все удивляются, почему у Алибагова дуб. Вот почему. Это, честно сказать, упражнение очень тяжелое. Пока вы это не попробуете, вы не поймете, насколько это тяжело. Но он это делает уже третий, четвертый подход его. Где-то раз 10, наверное, он делает, я точно не знаю. Али, сколько раз делал ты? 8. Это упражнение вообще что развивает? Чтобы болевой взять его и схватить. Когда у вас схватка? Супер схватка. Горник. 30 минут. Давай. Еще. Я 8 раз делал. Он 8 раз 3 подхода сделал. Это у тебя 4, 5 идет. Это 5. Да, иди еще. Низ, пошел до лица. Шестой идешь. Канхо, как потянулся? Сегодня, честно говоря, очень хорошая тренировка была. Выложился на все 100%. Остальные дни такая тренировка была. После сбора, после всего. Кашка шла вот сейчас нормально, альхамдулилля. Дальше больше. А чего ты больше устаешь, от тайского бокса или от борьбы? Тайский бокс прям, а я на тайском был как лишку читал, так работаю. А борьба это что, надо напрягаться приходится. Как она делает, что делает? Так спим тут. Короче, вот в магазин зашли, айфон.
Здесь нереальные скидки. Сейчас Черная пятница будет 24 ноября. Все пишите к экрану. Потому что он раньше всех домой едет. Он может привезти. Кому нужно, он может привезти. По хорошим ценам. Мы оставим вот здесь его этот. Его ссылку. Все пишите к экрану. Ссылка. Кому iPhone нужен. Я отвечаю. Yeah, I was a joke.